Всем привет, я Юлия Андреева, спонсор прогноза погоды на пятницу, 19 июля, салон «Штор Белая река». В пятницу синоптики обещают нам малооблачную и теплую погоду, от 22 до 29 градусов тепла, осадки возможны в Яранске и Слободском. В Кирове в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла, ночью ожидается плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду, влажность воздуха 66%, магнитное поле спокойное. А в жилом комплексе «Елки-парк» от группы компаний «Железно» светло и комфортно в любую погоду. Солнышко встанет в пятницу в 3:03, зайдет в 20:30, луна убывающая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на пятницу, 19 июля. Пока-пока. Классический стиль, а может и немного кичи. Быть может, индивидуальная форма. Сотни вариантов того, как будет выглядеть ваша квартира, можно найти в магазине «Белая река». Шторы, как украшение дома. Дом нового поколения – это квартиры с террасами, дизайнерские подъезды, мобильный дворецкий, «Железно» на Ломоносова. Квартиры от 1 миллиона 255 тысяч рублей. 3 пятерки, 3 восьмерки.